как это не есть? Да. Мамочка, что? А что мне нужно поесть? Мы сейчас выберем. Бора-бора наливает вино. Может крякнуть? Мам, пойди вот это. Есть мама, молочный суп с вермишелькой. Мама, пойди. Я хочу. Давайте. Язычок. Морской лев. Ой. Они танцуют. Сейчас окунемся и пойдем на пляж. Сегодня буду баловать вас закатами. И настойчиво советую всем, кто отдыхает в Анапе, обязательно дождитесь заката, чтобы солнышко упало в море. Оглянитесь, а там будет шикарная луна. Просто шикарные виды, невероятные эмоции. Не спешите с пляжа домой. Оставьтесь до темна. Это, наверное, уже в следующем году, потому что сегодня последний день лета. My swagger on it. I'm off to the club tonight. I'm играть, что он застрял на дереве, я закопаю. Или домик построил. Все пошли на обед, а мы сюда. Классно, да? Пухлик. Давай,
Багратули. Где? Ида, медулька. Давай. Выпусти ее. Медулька. Отдай! Моя медулька. Это я не хотел. Это моя медулька. Мам, отдай. Это его отдай. Медузка. Смотрите, перед. Ип-ип. Короче, вот эта штучка очень классная, но мы на нее даже никогда не садимся, потому что очень кайфово вот так сидеть в тепленьком песочке, несмотря на то, что у Бора-Бора есть пляж, я там занимаю всегда в тени парочку шезлонгов на вечер, а днем лучше вот так. Шарова, я поздравляю вас с Днем Знаний, особенно поздравляю учителей, всех, спасибо вам за ваш тяжелый труд, за то, что вы терпите нас, наших детей, учите. У вас непростая задача, мы вам всем очень благодарны. Ну а я своих детишек решила поздравить, сейчас поедем на карусели. И еще потом попозже вам кое-что расскажу про осень. Еще хотела сказать тем, кто запечалился тому, что наступает осень, чтобы вы вспомнили, что когда на улице становится холоднее и пасмурнее, всегда уютнее становится дома. Осень – это вкусный, теплый фруктовый чай, приятные разговоры с подружками, глинтвейн, теплое одеяло, классные сериальчики. Это вечеринки, бачата, кизомба, различные секции, уже охота ходить. Поэтому осень – это очень классная пора. Обожаю осень. Ну, а я своих детишек тоже поздравлю. Сейчас пообедают и поедем. Сегодня у нас немножечко тучки. Поедем в Луна-парк. Здесь есть такой, называется, джунгли в Анапе. Обкатаемся, аттракционы в честь 1 сентября. Море там, смотрите, вон оно. Вон за ним у меня море. Смотри, это прикольно как. Это по мотострах. Боже. Добрый, здрасте. Кукушки. Божечки. Смотри, Ролан катается. Куда-то пропали. Смотри, Ролан катается. А все уже? Другие сейчас найдем, мыша. Мама, не там где-то. О боже, смотри, перевернулся. Все матюкаются, смотри. Thank you.
Доброе утро. Забегай. Добегай до конца. Да. Так. Манка. Геркулес. Что у нас? Мама, если у тебя кто-то обидит, мама, если у тебя кто-то забьет деньги на телефоне, то что ты сделаешь? Я вот открою, я бить его поеду. Багратули очень агрессивно, но мама защищает. Faire fuir nos corps.
bébé. Prends soin de moi, tu sais comment l'enfermer. Ce soir, pas de commentaires. Tu connais ton sort. Je vais commencer tout doucement, comme ça. Tu connais tous mes mouvements, tout ça. Mais cette fois, ce sera différent, crois-moi. Je vais faire un peu plus violent. Можно потрогать? Добрый здрасте. Давай продую. Вставай, Баграт. Дар вообще не агрессивный, да. А я про это думала, может быть. Нет. Багратика смешная, поджопенная, да. Была подсечка, да? Это была подсечка, Рола? Ты же знаешь. Ну да, подножка. Ура! Добрый здрасте! Добрый-добрый здрасте! The Topaz Hotel. Добрый вечер! Ура, мы приехали! Ростов, Топаз Отель. Ку-ку! Ну что, друзья, это Топаз Отель. Классный такой номер. Сегодня кое-кто будет принимать ванну с солью. Так, выбрали уже, кто где спит? Да. Угу. Я вот тут. Багратик, а что ты делаешь, я стесняюсь спросить? Ты кого-то вызываешь? Заходим. Так, подожди, надо сделать ультра. Ой. Ух ты, в этот раз все-таки вот такой вот двухкомнатный номер. Кто где спит? Я вот тут сплю. О, кола. Я, мам, я вот тут. Эльдар. Там обиженка осталась в коридоре. А здесь сплю я. Так. Не обижайся. Я тебе дам киндер, хочешь? Киндер шоколад, целую пачку, хочешь? Почему? Друзья,
Друзья мои дорогие, привет! Это видео записала заблаговременно, потому что была уверена, что все будет хорошо. Если я скинула его в Телеграм, значит, я уже переступила порог родной квартирушки. Закончилось очень здоровское, классное путешествие, которое длилось ровно месяц. Я поехала со своими тремя детьми одна на своей машинке красивой, красной. Путешествие, имея права, всего лишь год. Очень рискованно, очень нелегко. И я могу вам сказать, что за всю поездку мои дети ни разу не заболели кишечкой, не простудились, ничего плохого не случилось. И даже в дороге были такие ситуации, как, допустим, попадало в яму колесо очень сильно, или заносило, или кто-то едет прямо на меня, и как будто невидимая сила меня выручала. И за это я говорю большое спасибо тебе, Карина, что ты была все это время рядом со мной, на связи, помогала мне, оберегала меня. Я чувствовала твою помощь на протяжении всего отдыха. Все ситуации, знаете, как оно чувствует, что вроде бы сейчас вроде как бы что-то будет, но какая-то сила не дает случиться плохому. И я знаю, что это Каринины обереги. Я ей говорила, ей все рассказывала. Карин, спасибо большое за то, что ты помогаешь мне, моей семье. Я такая крутая, красивая, здоровая, богатая, успешная, со здоровыми, классными детьми, непобедимая благодаря тебе. Я это чувствую, я это вижу, я благодарю тебя. Я посылаю тебе очень много энергии в ответ. Кто не верит и относится скептически, это ваше право. Но есть очень много людей, которые благодарят меня тоже в личку за Каринину помощь. Я оставляю ее в WhatsApp. Пишите, что вы от Юли. Вот. И решайте свои проблемы. Но главное, конечно же, верить. Вера. Карина это работает молитвами. Это светлая энергия, которая помогает оберегать и защищать. Она не делает ничего плохого, она не делает ничего злого и темного. Но я знаю, что очень многие люди меня не любят, очень многим я поперек горла, особенно тем, кто хотел бы, чтобы я сейчас сидела, рыдала, слезки лила, но такого не будет, потому что у меня есть защита очень мощная. И в виде Карины тоже. Поэтому, Карина, спасибо тебе огромное. Я оставляю твои контакты, чтобы люди могли обратиться. Очень много было ситуаций, когда Карина говорит, и оно происходит. Она говорит, и оно происходит. И были даже ситуации на отдыхе, которые случились после ее работы. Я не буду оголять правду, которую не хотела бы выносить в интернет, но я просто в шоке. Будьте счастливы, мы очень здорово отдохнули, классно попутешествовали, и мы дома. Всем спасибо, кто переживал. Погнали. Офигеть. Ага. Что тут? Боже. О, как непривычно. Анна Анатольевна придет. Привет, квартира. Алиса, привет. Привет. Как же я вас ждала. На Яндекс.Музыке появился подкаст «ТЭТ Лучшее», где собраны самые известные лекции. Алиса, включай Бачату Сеншоу. Нет! Ой, мы же расстелили. Добрый, здрасте. Боже, такие эмоции. Какая классная квартира. Кто же тут живет? Приветули, красотули. Естественно, по приезду первое, что я сделала, пришла в свою любимую квартирушку, которая почти доремонтировалась, скоро здесь будет кухня. Ребята, мне тут почти все доделали, и я просто офигела. Пока у меня не было, компания «Мебель Плюс» доставили и собрали полностью этот просто нереально шикарный шкаф-купе с такой вот классной фрезеровкой по стеклу. Я не могу не поделиться, я просто офигела. Они так все круто сделали, чтобы я даже не парилась, не волновалась. Вот, смотрите, как прикольно. Здесь у нас штанга. Здесь у нас тоже штанга. Вот так вот красивенько, щиток. И вот такой вот маленький отсек. Не знаю, понятно показала? Для... Еще. Сказать, что я довольна, ничего не сказать. Он. Теперь солнышко, все как я планировала, солнышко, которое попадет из вот этого шикарного окошка, полетит прямо вот так вот и будет отражаться в зеркале. Потом
увеличиваться, и квартира будет еще светлее. Очень круто, ребята, спасибо большое. Это прям такой сюрприз. Я, если честно, думала, что сейчас буду заниматься этим, а тут уже все готово. Вот что значит сервис и хорошее отношение к своим постоянным клиентам. Я постоянная клиентка данной компании. Музычка, музычка. Солдат Юля на месте. Работа кипит. Смотрите, как тут. Это называется атмосферно. Братик уже вылетел в садик. Вот. Завтра Ролан с Эльдаром пойдут в школу. Сегодня школа не работает. Еще денечек на раскачку. И входим в привычный ритм, в котором прожили прошлые года и совсем не жаловались. Очень круто, что поехали, отдохнули. Никогда ничего не бойтесь. Всем хорошего дня и хорошего настроения. Доброе утро. Всем хорошего дня. Все, начались мои утренние подъемы. Я могу. Дерла. Wine for me, darling. Where you move your spine is alarming. Man, why you just... Big fat thing overflowing. Skin tight dress couldn't hold it. Way too thick like it's swollen. Girl, you're too bad and you know it. When you drop down, lose focus. When I think clock, that's a bonus. That cake looking appetizing. Backpack full, that's a crisis. Bring that body my way. Шикарное утро, мои друзья. Сейчас многие могут сказать, что я мать года, но я не могу не поделиться с вами своей радостью. Весь прошлый и позапрошлый год, когда мои дети учились во вторую смену, старшие, а Баграт уходил рано утром в сад, я мечтала, что когда-нибудь мне так повезет, что все дети идут в первую смену, и я приду домой в пустую квартиру и выпью кружечку кофе в тишине. Скажу: Алиса, включи бачату сэншуал. Она мне включит что-нибудь. Я буду сидеть, пить кофе, никого не кормить, никого не будить, никого никуда не подгонять. И сегодня этот день настал.
Добрый, здрасте. Давай, газуй. Так, только с умом. Погнали. Такое прикольное утро, да? Так прикольно чирикают. Раз, два, три. Запасное колесо есть. Можно починить фургон здесь. Вот так. Давай еще раз. Давай, раз. Приготовься. Стань палочкой. Раз, два, три. Прикольно, зашли просто на бум пообедать, попить кофе. Соболевка 25 щелкала. Кто знает? Открылась кофейня «Оракул». И тут такая здоровская атмосфера. Смотрите, как тут есть. Различные символы индийские. И даже присутствует такая тема гадания. Вот так можно взять такой конвертик. Смотрите, как он здорово сургутом упакован. Я сейчас открою, посмотрю, что мне выпало. Как круто. Я так люблю такие знаки. Это не шутки. Мы встретились в маршрутке под номером 1. Едем и молчим, он как... Все, что есть у меня, это ты. Я буду целовать твое тело и делать все, что раньше не смело. Все, что есть у меня, это ты. Опаздываем. Oh,
помашите ручкой все. Пойдем. Мам, пойдем. Пойдем, Багратулик. Друзья, так здорово. Наконец-то закончился ремонт в моей здоровской квартире. Это у меня будет обитель науки. Не обитель любви, а обитель науки. Ну, обитель любви, потом посмотрим, как карта ляжет. Но науки. Я буду здесь учиться, буду здесь работать. Вот, здесь очень уютно. Закончился ремонт, но здесь грязно. Поэтому мои красавишные из компании Sky Cleaning. Это компания клининговая, с которой я работаю уже очень продолжительное время. Почему? Вот потому что приезжают со своей аппаратурой, да. Привезли пылесосы, химчистить будут, ковер я сюда притащила. Свои различные тряпочки, инвентарь, средства. То есть мне это все не надо, это не моя проблема. Вчера притащили с детьми сюда ковер, вот он в пятнах из детской. Я его заменю на новый ковер, а этот просто нереально вписался в цветовую гамму комнаты. Поэтому я даже не парюсь, потому что Sky Cleaning мне его захимчистит сейчас. Не грязно, но коврик в пятнах. Поэтому я еще раз повторяю, Sky Cleaning предоставляет также услуги химчистки ковров, мебели. Но тут у меня по мебели все новенькое. Поэтому ковер, вот такие вот страшные пятна, я даже их зафоткаю. И потом обязательно покажу вам до-после. Вот так вот. Заводи. Приехала поздно, клинеры давно уехали. Посмотрите, как классно, чисто в квартире. Все, ремонт закончен, уборка сделана. Ковер похимчистит. Смотрите, какой у нас. Класс, да? Это он сох. С химчисткой. Сейчас покажу, такие пятна были. И сейчас ничего не... Вот посмотрите, как прикольно. Клининговая компания Sky Cleaning сделали сегодня химчистку ковра. Этот ковер у детской был очень грязный. Я вот прям наклеила фотку с пятнами. А теперь он чистый. Здесь он на кухне сохнет. Немножко обзор сделаем чистой квартиры. Осталось только кухонный уголок. Чистенько. А как пахнет-то, пахнет как. Вот так. Красивишно-прекрасивишно теперь у меня здесь. Спасибо, девчонки профессионально все делаете. Уютненько. Всем доброе утро. Какой ты вкусненький позитивчик. Всем доброе утро. Доброе утро всем. Хорошего дня. Хорошего настроения. У меня оно хорошее. Сегодня опять еду на бизнес-саммит Григория Аветова. Масштаб будем обсуждать. Буду принимать информацию, которую очень долго ждала. Инструменты на миллиард. Очень просто, понятно и неожиданно, что это было так просто. Осталось только поверить и сделать. Самое сложное. Но для тех, кто умеет работать со своей психикой, это посильно, так скажу. Вот. Послезавтра у меня индивидуальные занятия по бачате. А в воскресенье повезу детишек на аттракционы. Я это люблю, когда все расписано, все расписано. Друзья мои дорогие, немножко шумно, потому что в заведении, но я хочу вам сказать, что я очень рада. Моя жизнь кардинально меняется. В нее приходят новые люди, новые возможности. Мне удается избежать негатива, каких-то ужасных ситуаций. И, конечно, внутренний ресурс – это хорошо, но во многом помогает Карина. Карина, о которой я вам говорила много раз, она помогает не только мне, но и моей сестре. Оберегает меня. Ты можешь поговорить? Я сегодня думала, что я не моя рыбка. Короче, столько инсайдов, как все, что Карина говорит, все происходит четко. И самое для меня ценное, что когда кажется, что что-то вот должно, что-то нехорошее происходит, Карина все прогнозирует и не страшно. Во-первых, мне очень классно, я знаю, что я под ее защитой. И ни мне, ни моему ребенку, ни моим близким. Карина помогает молитвами, да, то есть это ритуалы, направленные на светлую энергию.
ездит, приводит свечи и различные атрибуты для ритуалов, которые помогают прийти к своей цели, защититься, да. И вот я, знаете, о чем думаю? У всех известных людей, они могут врать, что нет. Есть медиумы, экстрасенсы, есть люди с особым даром, которые их оберегают. Даже у звезд эстрады. И вот я рада, Карин, что через тебя Вселенная оберегает меня, мою семью, мою сестру. Спасибо тебе огромное за твою работу. Я ее очень чувствую. И только поэтому я готова рекомендовать тебя всем, потому что, ну, ты сама знаешь, да, как оно все происходит. От некоторых комментаторов счастливая жизнь, поэтому мы сегодня едем куда? Привет! Привет! Аттракционы. Мы едем сегодня на аттракционы в парк Эльфити. Нет, маски на тебе. Кататься на всех-всех-всех классных каруселях я обязательно покажу. Нет, что? А, да, зубика нет. Классно. Да, лап. Сейчас обкатаем все. Смотрите, как тут круто. Мы любим карусели. Пойдем на Багратулину тоже. Давайте на ту, где мы вчетвером сможем. О, островок. Круто, погода комфортная. И не жарко, и не холодно. Класс. О, мам, кабинки, давай здесь. Давай здесь. Я хочу этого. Смотри, мы туда на зеленую мал. Они потихоньку уменьшаются. Вот, молодец. О! Еще смотри, мам. Она просто не попала. Ножка попала, там именно черный кружочек. Давай, Эльдар, я в тебя верю. Давай, получается? Давай, давай. Да, вон, сбил. Красавчик. Багратик, ты следующий. Давай, Пуки. Давай, давай. Не говори, пожалуйста. Подробно не говори. Не говори. Так. Багратик, старайся целиться. Глаза не мешай. Я просто скажу. Не мешай, да. Красная точечка была ровно на той, на те шаре. Он успел уже одно. Он знает уже сейчас. Все умеет. Я не попал. Еще попадай. Еще стреляй, попадешь. Прикольную, да, игрушку выиграл? Вон это хочу. Людей много.
Дорогие золотые, сегодня классный день, потому что я вместе с Роланом отправляюсь к одному очень здоровскому лору, у которого обслуживаются не только все люди, но и звезды шоу-бизнеса. Он также очень крутой фониатор. Сегодня покажу ему свои связки, вот этот мой голос. Я хочу с ним что-то сделать. Ну и заодно у Ролана проверим один момент. Я напомню, что Дмитрий Василенко несколько лет назад просто без всяких каких-то замороченных лекарств вылечил отиты. У Баграта были очень сильные отиты, вплоть до того, что гной лился из ушей. Я очень много врачей перепробовала, пока мне не посоветовали доктора Василенко. И вот именно он обычными средствами, обычными какими-то упражнениями даже сделал так. Мой Багратик больше не болеет отитом. И именно у него я была на консультации, когда узнала, что с моим голосом, что у меня фиброма на связке. Давно не приходила к нему, сейчас нашла время. И, конечно же, поделюсь с вами, что с моими связками и что можно с ними сделать.